целеустремленная, общительная, добрая. Она с ранних лет проявляла интерес к рисованию. Как говорят родители, рисует постоянно и мечтает сделать выставку собственных работ. При этом в своей будущей профессии видит службу в полиции. Оно и понятно. Ярослава девочка спортивная. Любит кататься на коньках, лыжах, велосипеде, но больше всего плавать. Этому виду спорта она даже посвятила свою конкурсную работу –